извиниться. Очень многие кадры в этом влоге, который будет посвящен этой съемке, возможно, некоторым другим, они будут вертикальные. Буквально не могу перестать снимать, потому что сейчас нахожусь именно там, где работают люди, а не туда, куда приходят люди со своими деньгами. И могу сказать, что здесь очень-очень уютно. Я сейчас нахожусь в зоне «Волшебный сад». Здесь кухня, люди здесь обедают. Вот, здесь такие разного характера зоны, разностилевые, разные кухни также представлены. Вот, я здесь нашла вот этот укромный уголочек в такой беседочке, сзади меня Москва-Сити, впереди у меня много живых растений, которые висят в кашпо, которые стоят в огромных горшках, мне прям это очень сильно нравится. Ждем, пока технически переставляется группа съемочная для того, чтобы снять второй дубль сегодняшний. Вот, и я, честно говоря, прямо в восторге. Здесь даже уютнее, чем в офисе Яндекса. В Яндексе я тоже не так давно снималась, тоже для рекламы. Вот, и там по-своему интересно, но здесь, не знаю, какая-то своя атмосфера. Не могу передать, но пока мне очень нравится. Я сняла для вас некоторые кадры, которые вы можете посмотреть. Из колоссальных минусов данного офиса, я не знаю, как у сотрудников, но у меня, по крайней мере, не работает мой VPN никак. То есть я думала, что когда у меня будут какие-то перерывчики, свободное время, я смогу вести Instagram, Threads, в общем, делать контент, насколько я это могу, насколько я это умею. Вот. Но выходит так, что, к сожалению, VPN не работает вообще, и мне приходится только собирать контент, но пока что его не выкладывать. Не знаю, может быть, это сейчас, в принципе, по всему центру так происходит. Не знаю. Напишите, кстати, в комментариях, у вас работает VPN в центре или нет.